Дорогие друзья, добрый день. Вы знаете, вчера наше правительство предложило ввести режим ЧП. К сожалению, я вынужден признать, что вся эта власть, правительство и вся эта шайка беспредельщиков и бандитов – это одно большое ЧП для Молдовы, начиная с июля месяца 2021 года. ЧП, от которого пора избавиться и прекратить. Эти негодяи довели страну до ручки. Сегодня происходит что? Что фактически эта власть людей хочет заморозить, физически заморозить в холоде, и сделать так, чтобы людям просто не на что было жить и кушать. Мой вам совет, дорогая власть, уходите. Уходите сами, по-хорошему. Потому что очень скоро люди возвынесут из ваших кабинетов вверх ногами. И вам будет больно и неприятно. Ваши режимы ЧП и ваши глупые, извините за выражение, тупые идеи все более усугубляют кризис в стране. С каждым днем все хуже, хуже, хуже и хуже. Я говорил, что к весне будет совсем трудно. Я вам говорю сейчас, что лей будет и 40, и 60, и 80. И у людей просто ни на что будет ни кушать, ни жить, ни существовать. Потому что цены на товары будут в 2, в 3 раза выше. И вы это прекрасно знаете. Лучше уйдите по-хорошему. Та мацюня, которую мы выдвигаем в ближайшее время правительству, является для вас спасением. Достойно уйти. Потому что по-другому, вы уйдете, только очень недостойно. Я вам это обещаю. Майя Григорьевна, если вы считаете, что обложившись силовиками, прокуратурой, СИБом и другими структурами, вас спасет что-то, то я вам хочу сказать, не спасет вас. От народного гнева еще ни одного диктатора ничего не спасало. А вы чистый, настоящий диктатор. Ваш режим хуже всех режимов, которые был в истории мира. Потому что ваш режим мало того, что является абсолютно недемократичным, так ваш режим еще доводит людей, жизнь людей, до тотального краха. Поэтому не считайте, что силовики вас спасут. Они вас не спасут. Во-первых, они все перейдут на другую сторону, поверьте уж мне, это я вам говорю с полной уверенностью, когда они увидят гнев народа. А во-вторых, гнев народа вас просто выкинет. С вашего кабинета и ваших неуважаемых многими гражданами нашей страны коллег просто вверх ногами. Поэтому уходите по-добру, по-другому будет плохо. Призываю нынешнюю власть немедленно подать в отставку правительству, распустить действующий, абсолютно уже нелегитимный парламент, потому что он не соответствует, как вы сами говорили, Майя Григорьевна, еще полгода назад, пожеланиям граждан. Он не соответствует ни интересам граждан, ни реальным сегодня желаниям видеть вас всех в этих кабинетах. Немощных, недееспособных дурачков. Поэтому вы наигрались. Мы понимаем, чью команду вы выполняете по уничтожению Молдовы. Уничтожению Молдовы. Никак по-другому. Добивание граждан до ручки и издевательство над всеми. Я очень надеюсь, что вам хватит мозгов, хотя у вас их мало, и вы доказали это за последнее время, или совсем нету у большинства из вас, просто уйти. В противном случае держитесь, друзья. Спасибо большое.